Выдавая себя за опытного юриста, имеющего связи с известными адвокатами, мужчина ввел в заблуждение 65-летнюю гражданку. Он пообещал ей, что за 2 миллиона рублей опытные защитники смогут оспорить решение суда и доказать невиновность ее родственников, которые отбывают наказание в исправительной колонии. Поверив, женщина перевела ему деньги, а позднее, после новой просьбы, перечислила еще 500 тысяч рублей. Спустя время мужчина снова запросил у гражданки дополнительную плату в сумме 10 миллионов, после чего она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Тверскому району города Москвы на улице Петровка задержали подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление 62-летнего мужчину. Полученными от потерпевшей деньгами он распорядился по своему усмотрению. Следователем отдела МВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. Расследование продолжается.